В Люберцах в преддверии Дня знаний устроили праздник для детей-участников спецоперации. Их ждали подарки и мастер-классы. Тему продолжит наш корреспондент. До начала учебного года осталось меньше недели, но дети не торопятся прощаться с летом. Подвижные игры дали большой заряд бодрости. Этот праздник в Доме офицеров провел Центр поддержки участников СВО и их семей при поддержке депутатского корпуса городского округа Люберцы. Знания – это сила. И вот если вы будете хорошо, правильно учиться, то все у вас будет в жизни успешно. А самое главное, всегда цените своих родителей, бабушек и дедушек, и ваших педагогов. Потому что все они в вас вкладывают частичку самих себя. Пусть все у вас будет успешно, мира, добра и любви вам всем. В преддверии 1 сентября депутаты вручили портфели со школьными принадлежностями. Я думаю, дети получат то тепло, ту заботу, которую и депутаты, и в том числе и мы. Мы уже и так прошлись практически по всем семьям, вручили и рюкзаки, и кто-то с кем-то встретился, вручил индивидуальные подарки. Поэтому депутатский корпус, как я и сказал ранее, не оставляет семьи без внимания, и это продолжается не только праздник, это длится на постоянной основе. Тут очень весело, мы тут поиграли, потанцевали, нам подарили подарки, и скоро в школу. Для детей помладше – аппликация из бумаги. Для старших – экскурсия по музею Великой Отечественной. Говорили о подвигах героев-панфиловцев и подольских курсантов в битве за Москву, о мужестве людей в блокадном Ленинграде и крупнейшем танковом сражении под Прохоровкой. Эти знания пригодятся на уроках истории. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.